жадно слухом. Я быстро мчусь с востока на закат, и лошадью в пути мне служит ветер. Я разношу во все концы земли известие о делах земного шара. Нет выдумки такой или клеветы, которой бы я ушей не засорила. Я шила себе плащ из языков, чтобы не лгать на всех наречиях мира. Я говорю про мир в канун войны, и я вооружение ли пугаю в дни тишины, когда земля полна какой-нибудь совсем другой заботой. Молва свирели, на ней играет страх, догадка, недоверчивость и зависть. Свистеть на этой дудке так легко, что ею управляется всех лучше. Многоголовый великан — толпа. Но это вам разжевывать излишне. Мы с вами здесь как бы одна семья, и слишком хорошо друг друга знаем. Скажу, зачем я здесь, сюда летит весть о победе Генриха. Мне надо неправдой эту правду упредить. Под Шрусбери разбито войско Перси. В крови бунтовщиков потоплен бунт. Но я не выдам истинных событий, наоборот. Я здесь, чтобы раструбить, что жертвой Хофстера пал Гарри Монмут и Даглас обезглавил короля. Вот я какие бредни распускала по мелким придорожным городкам, лежащим между Шрусберийским полем и этой грозной каменной стеной, источенной червями, за которой родитель Хотспера, Нортумберленд, скрывается в притворном нездоровье. Гонцы сюда приносят только то, что от меня узнали прежде по дороге. Но лучше бы он с надеждою расстался и ложной мечтой не обольщался. Добрый вечер! Для вас выступает группа «Апартеид». Thank you.